всем привет. Как видим из названия, у нас снова немцы, снова Вайраух. Вот. Такую винтовку мы еще не снимали. О, какая. Это Вайраух HW90K. Укороченная карабинчик. В длинной версии она у нас 1150 мм, то есть, грубо говоря, метр на 15 сантиметров. Здесь на 20 сантиметров короче, то есть на 5 сантиметров короче, чем метр 95 сантиметров. Вот. Винтовка у нас такая могученькая, вот, толстенькая, удобная ложа. Вот, в принципе, сделана под достаточно длинные пальцы, не под короткие. Под короткие лучше выбирайте Air Arms. Вот. Собственно, в чем ее отличие, например, от 50-х, от 30-х моделей? Здесь установлена газовая пружина Teoben. Очень хорошие газовые пружины, европейские. Вот. Пружина низкого давления, то есть идет вся нагрузка через поршень. Их заправляют в районе 28 атмосфер. Ствол здесь 16 мм, надульничек. Надульничек роль модератора не выполняет, поэтому откручиваете его через винтик и ставите модератор 16 мм. Они очень популярны, мы, например, советуем ставить, которые подходят на Диану 350 или схожие с ней модели. Красивая винтовка, серьезная, ничего лишнего. Вот. Винтовка гораздо мощнее, чем 97-е, 77-е модели. Здесь установлена газовая пружина, позволяет скорость вплоть до 340-350 метров в секунду увеличить. Вот. Пружину можно воздух, в принципе, стравить. Вот. Можно как бы немножко увеличить, но на ней написано, что, если не ошибаюсь, не более 28 бар. Вот. Что еще о ней можно сказать? Ну, стандарт ласточкин хвост, под оптику открытых нету. Если вы берете версию не К, а стандарт, то там будут открытые прицельные. Вот. В принципе, мощная винтовка под оптику. Скорее всего, подразумевается как винтовка для охоты. Вайраухи надо покупать в охотника.нет.